Ты знаешь, какой-то аквариум, как тебе сказать, не очень. Да, не лучшая моя разработка. Когда я ее конструировал и планировал у себя в голове, я думал, они не будут вываливаться. Но, как оказалось, рыбы слишком тупые, чтобы находиться в воде. Им хочется на сушу. Рыбы сухопутки. Да у нас и Ярик такой. Весь мир сухопутный какой-то получается. Да ядрить ты, колотить. Давай, чтобы она не мучилась. Я все исправлю. Вот в следующих сериях я построю немножко другой аквариум или оставим его таким, просто он будет служить как безрамочный водопад, без рыб. Просто будет красоваться здесь. В принципе, мне нравится, конструкция сама очень красивая, рыбы, правда, да, вываливаются, но красота требует жертв. Ну, пусть будет, как говорится, у нас все в этой деревне всегда строилось с расчетом. Ну, пусть будет. Да, пусть будет. Все, что здесь есть. А, это елка новогодняя почти в марте. Да, пусть будет. Вот, да. Все, пошли. Пошли. У нас много дел. Давай, пошла, пошла, пошла. Опять много дел. Можно сегодня отдохнуть, пожалуйста. Нет, нельзя сегодня отдохнуть, потому что, ну, как бы, подписчики продолжают писать комментарии. Продолжают. А если комментарии есть, значит, есть новые идеи для того, чтобы что-то строить. В этом перестанете подыхать уже или нет? В аквариуме две рыбы осталось. Ладно. А можно спросить, пожалуйста? Да, спрашивай, спрашивай. Подписчики там твои не написали случайно кошкам дом построить? Где дом, ты обещал? Будет в следующих 3-4 сериях будет дом, да, обещаю. Вот не чем ты занимаешься? Почему ты такой занятой-то, ну? Пошли, я тебе покажу. Я построил завод. Надеюсь, денег. Ну, можно сказать, кстати, да, железо. Завод железа я построил, вы не удивляйтесь. Ну и на кой черт он нам нужен? Нужен, нам нужен завод железа. Он пока что выглядит не очень, вот там впереди автоматический завод бесконечного железа. Сейчас я вам все быстренько покажу. Я это строил часов 6, а то даже и больше. Нифига себе, это что за шайтан машина? Да, машина просто демонов настоящих. Давай ты не будешь задавать вопросы, ядрить, колотить. Сколько я это выкапывал, Кать? Не спрашивай, пожалуйста. Объясни, пожалуйста. Я-то думаю, ты там работаешь, что-то занимаешься важным, там книжки читаешь, а ты строишь завод железа, значит. Что это такое? Будут спамниться големы и будут автоматически умирать. Умирать? А из големов выпадает железо. Вот. И это значит, что у нас будет бесконечное количество железа, мы в нем купаться будем. Но, подожди, перед тем, как эта ферма заработает, нам нужно 5 вещей. 4 жителей и 1 зомби. Да. То есть и мы жителей будем убивать? Жителей мы не будем убивать. Из-за жителей как раз-таки будут спавниться големы. Големы будут сами умирать, из големов будет выпадать бесконечное количество железа. Вот. Сложно, сложно. А где мы жителей-то с тобой возьмем? У нас деревня есть. Кать! Ну мы придем в деревню, скажем так. Ты собирайся, мы уезжаем, да? Да. Вот. Надо дождаться ночи, когда они будут спать. Мы придем к ним домой, даже их будить не будем. Проложим рельсы к их кровати, сломаем кровать, они сразу подскочат, прыгнут в вагонетку, и мы их незаметно украдем к нам вот сюда в горы. То есть это можно сказать, похищение среди темной ночи. Похищение. Слушай, у меня есть идея. Ну, давай. Сейчас, подожди, сейчас приду. Жди меня здесь. Давай, да. А я тоже, кстати, давай сделаю несколько вагонеток, потому что надо похищать все же наших жителей, поэтому я возьму немного слитков. Вот ты смотри, какие мы с тобой работяги, Катюх. Ты там что-то сама делаешь, я там тоже что-то там делаю. Вот. Так, подожди, ты меня не торопи, мне главное тут не напортачить. А что ты делаешь? Сейчас увидишь. Мы же с тобой как воришки будем, да? Так, я все, иди сюда. На примерочку, давайте. На примерочку чего?
Смотри, у меня для тебя дизайнерские вещички. Мы же с тобой как шпионы будем, как воришки такие. Мы должны быть в ночи незаметными. Сечёшь, о чём я? Чёрная кожаная одежда. Ну мы же на похищение идем, ну. Ёшкины картошки, ты ля, посмотрите на него. Ниндзя просто среди черной ночи. Так, ну хорошо, тогда будем играть по твоим правилам. Надеваем вот это все. Я красивый? Ну просто, ты просто ниндзя, реально. Мистер и миссис Майнкрафт идут на похищение. На дело. На дело, да, на дело. Все, пошли, давай запрыгивай в вагонетку и потопали в деревню. Поехали. Нам еще уголь нужен, уголь, чтобы на лице полоски такие нарисовать. Хать, это Майнкрафт, здесь нельзя на лице полоски рисовать. Пошли. Смотри, я прям по крышам прыгаю, как ниндзя. И калечишься весь, ну. Так, ты не спрашивай, пожалуйста, что это за вот эта дорога среди всей нашей деревни вот это простилается. Я потом все объясню, пошли. В принципе, ты всегда мне так говоришь. Да, потом. Я тебе потом все объясню. Потом все сделаю, потом все объясню, в итоге ничего не делаю. Все, давай догоняй меня! А кто меня толкнет-то? Ты сама едешь, не видишь? А, точно, я уже так давно не каталась, тут что забыла все нафиг. Выпрыгнул! Забежал в дом! Спрятался! Катя, в доме тебя жду! А куда ехать-то? Назад поедь, назад! Так, сейчас я тихо, никого не разбужу. Туда. Вот я, давай, заходи, давай! У тебя дверь открыта перед носом, заходи! Хорошо. Големы тупые, им без разницы, похищаем мы людей или не похищаем людей. Так. Не обзывай их так. Здесь кошка твоя. Смотри, она приручена. Ну, может быть, не мной? А ну... Это моя кошка! Это твоя кошка! Ты же не помнишь, ты ее приручила в этой деревне серии 40 назад! Так а чё она не тпхнулась ко мне? Ну, она сидит здесь, пускай сидит. Все, пошли, давай! Вот это дела. Заходим, давай в этот дом зайдем. Возможно, здесь кто-то есть. Тихо, есть кто-то спит. Здравствуйте, добрый вечер! Приходите с нами... Тихо, мать! Нет, это картограф, он нам не понадобится. Нам нужны люди. Извините, без... пожалуйста. Нам нужны люди без профессий. Так, извините. Добрый вечер, вы имеете профессию? Ты тихо будешь в этой жизни не кричать. Тихо. Простите, пожалуйста. Заходи. Извините, вы кем работаете? Вы кто такие? Он никем не работает, он никем. Так, ты взяла рельсы? Рельсы взяла? Рельсы, вот так. Давай, выбрасывай, давай. Быстро. Так, раз. Давай, все, молодец. Это я ломаю. Так, ага, все, я провожу вот туда вот это все. Давай, я пока проведу с ним психологическую беседу. Молодой человек, вы не волнуйтесь, мы вам больно не сделаем. Да. Мы просто вас похитим и все. И все, да, просто обычное похищение, ничего такого здесь нет. Вот, да. Так, вагонетку на базу, вот сюда. Так, сейчас, подожди, ага. Так, все. Молодой человек! Вставайте и треколотить! Подъем на работу! Пора! Потолкни, потолкни! Стоп! Потолкни вагонетку, потолкни, давай! Вот, все, отойди. Так, молодой человек, давайте вот туда. И поехали. Первый пошел, давай! Иди толкай его! Че, и прям до деревни до нашей, что ли? Нет, туда наверх просто надо затолкать, вот на эту горку, а дальше он сам покатится. Давай. Толкаем. Толкай. Сильнее толкай. Вот здесь прям жестко надо толкать. Вот давай. Нет, в другую сторону! Стоп! Кань, да куда? Так. Давай еще разочек попробуем. Давай я буду толкать, хорошо? Ну конечно, блин, у меня сил не хватает толкать целую вагонетку с мужиком. Пошел, батяня, давай на работу. Я на подстраховке. Давай на подстраховку, давай, батяня, на работу надо, да, в деревню, а то в своей деревне здесь сидишь, прохлаждаешься, ничем не занимаешься. Просто идеальное преступление. Да, но только уже как бы день, а не ночь, вот, ну да ладно, ничего такого, все, давай, погнал, давай, вот здесь будет самое сложное. Вот, все, почти поехал, а нет. Давай, я толкаю, зад, сейчас тебя так втолкну, ты себе даже не представляешь. Давай, ту сторону, Кать, не мешай. Я на подстраховке.
спать. Соль, дальний путь. Давай. Аривидерчи, амиго! Так, первый поехал. Осталось всего лишь 3. Давай, ниндзя, ты чё стоишь? Да нам теперь голубые костюмы нужны под цвет неба. Так мы очень сильно выделяемся. О, кстати. Подожди. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. А вот так можно? А ну, молодой человек, давайте туда. Нет, молодой человек, вернись на место. В другую сторону, давай, я давай. Я сама. Давай, на верхний угол мне затолкни, а я пошел третьего искать. Так. Давай, ой, да не получается. Добрый день. Я знаю, вы в путешествие, да, хотели попасть? Ну так я вас отправлю за границу, в соседний город. Кать, еще одна жертва. О, давайте мы вас бесплатно в пансионат для престарелых отвезем. Ого-го, с дороги, молодой человек, с дороги, помеха справа, препятствие. Так вы вообще знаете, как дорогу переходить нужно? Да куда ж ты уехал-то? Никаких пешеходных переходов, никаких. Я тебя просто зря все это время толкала. Давай. О, вот так вот проще. Вот как полетел. Ну, мы просто добавили сюда вот третий вот это энергорельс, оттуда забрали, где он сейчас едет, и перенесли сюда. Тут что-то как-то сложно на этой горке было поднимать их, вот. Слушай, а может быть елку, чтобы не убирать самому, может быть Тинти ее обставим и подорвем? Я тебя сейчас Тинти обставлю, тебя подорву. Оставь елку в покое. Пока мы ее соберемся убирать, уже новый декабрь наступит, и уже 2021 наступит. Пускай она стоит, вот. Самое главное, чтобы ему там было удобно, а все остальное как бы не важно. Ты чё, гонишь? Ему помочь надо, он застрял в текстурах. Я думал, то, что можно его там оставить, ты не видишь, он там стоит вообще без разницы, даже не хочешь. Вот, у тебя рот есть, ты можешь сказать там, пацанессы, высвободите меня, пожалуйста. Он сидит, пердит, ничего не делает. Так, ладно, это все хорошо, но что дальше-то по плану? Вагонетки и домой, быстро! Давай. Толкай! Давай, кто меня-то толкнёт? Толкай ещё, потолкни ещё немножко! Ещё вперёд! Ой, Кать, не в ту сторону! Всё, пока. Мне было приятно познакомиться. До свидания. Здорово. Так, а жителей-то здесь уже нет. Они, походу, туда уехали, куда и нужно. Так что давай за мной. Если они вдруг спят на нашей кровати... Ой! Там пропасть! Там кто-то пропасть-то сделал! Ты видела? Тут скелеты! Там скелеты. Дырка была! Так, вылезай! Я скажу, когда вылезать, на счет 1, 2, 8! Вылезай! Я скелет грохнул! Прощайте! А, ладно, пофиг. Возвращайся сюда, я здесь тебя жду. Так, пацантры, вы находитесь прям там, где нужно находиться. Вот здесь и стойте, никуда, пожалуйста, не расходитесь. Здесь я сломаю, чтобы вы никуда не смогли убежать, и поставлю вот так. Все, все по местам стойте, сейчас Катя придет, мы вас расфасуем здесь по всем вашим комнатам, и начнется спам големов, ага? Катя, если дойдет в этой жизни, меня атаковали скелеты со всех сторон, слева, справа, снизу, сверху. Беги, Катюха, беги, мы в тебя верим. Как же далеко ты построил эту шарманку. Опа, там смотри, полностью золотой скелет снизу зачарился. Посмотри вниз. Я вижу. Я думала, это Игорек. В тебя стреляет! Беги! Не-не-не, только пусть попробует стрелять хоть одной стрелой. Я ему эту стрелу потом, знаешь, куда засуну. Не надо говорить, куда, мы все поняли. Все, стой, стой, стой! Добрый день! Не касайся. Да, вот сюда лучше простройся, вот сюда ко мне. Перепрыгивай. Ой, закончилось. Перепрыгивай. Все, молодец. Ух ты, смогла. Слушай, я, конечно, все понимаю, но нифига не понимаю. Объясни мне, что это такое, как это вообще работать должно. У нас здесь есть 4 комнатки. В каждой комнатке будет по одному жителю. Здесь у нас еще одна комнатка, но вот сюда мы засунем Игорешечка, зомбика. Ты спросишь, зачем, да? Да. Суть этой бесконечной фермы големов заключается в том, что 4 жителя пугаются зомби, и у жителей есть минимальный процент при испуге заспавнить голема. Понимаешь?
То есть они сами могут заспавнить голема? Ну да, я говорю, у них маленький процент есть заспавнить голема при испуге. Поэтому этот как раз таки зомби будет пугать всех этих жителей, а големы будут спавниться здесь на крыше, мы сюда разольем воду, и с помощью воды они будут падать вот сюда вниз в лаву. В лаву? В лаву. Так они же там умрут. Ну так в этом-то и весь прикол, то что големы будут умирать, а под лавой находится... воронки, которые будут собирать железо и перенаправлять его вот в этот сундук. Короче, мать, схема просто Вундерштейна, Эйнштейна, гения, но она рабочая. Сейчас давай вот это все сделаем и покажем. Я надеюсь, у тебя все получится, потому что обычно... У меня обычно все получается, ты главное верь в меня. Вот, пошли. Ой, покатились. Молодец, вот там и сиди. Они сами на кровать идут, застраивай. Так. Оп. Кать, застраивай. Мешайте стройке, подвиньтесь. Подожди, а я только сейчас заметил, а почему у нас 5-то жителей? Так ты же сказал, 5 нужно. Я сказал 4, что здесь 5-й-то делает? Так сейчас разберемся, так, молодой человек. Встаем и уходим, вы лишний. Так, ты вот сюда внутрь, давай, туда падай, Кать, застраивай. Они такие умные, слушай, они сразу сами в эту дырку падают. Прекрасно, просто прекрасно. Только реально, что с этим делать, последним? Давай у него спросим. Ну слушай, давай его оставим. Мне кажется, на него еще будут планы в следующих сериях, ага. Ну давай, посиди пока в вагонетке. Игорюнчик, вот сюда. Ну давай, вот сюда за мной. Да, ты можешь запрыгнуть, он, походу, не умеет прыгать, да? Ну давай тогда вагонеточку, вот сюда, Игорюнчик, вот давай. А я говорила, что Игорёшки какие-то не те пошли. Они, походу, а он... О, сел, Кать, лови его там, лови. Ловлю, собака. принимаю, здравствуйте. Если ты мне, еще раз меня сбросишь, вот этот лучник. Словила, все. Ёханый бабай. Ага, вот так, сейчас самое сложное, столкнуть его вот сюда, в эту дырку. Поэтому, Кать, приступаем. Так он сам, мне кажется, в нее упадет. Не упадет он в нее, давай, ты его сзади толкай. Толкаю. Да ты рукой толкай, в смысле, бей его, не смотри на него. Мы же можем убить его. Не убьешь ты его, толкай. Подожди, да стой. Да пытаюсь я. Стой, чуть-чуть осталось. Еще чуть-чуть. Давай. Опа! Ну все, Игорюнчик, пока. Уже? Мы еще не успели толкнуть Игорюнчика, как уже все начало работать. Так как... Это как это работает? Это они, походу, увидели его на этом самом, на вагонетке и уже испугались. Так, беги отсюда, Кать, беги отсюда, тикай, я сейчас все буду включать, эту шарманку машину, давай, тикай отсюда, куда, давай. Куда убегать? Куда, вот убегать? Туда, в эту сторону, давай. Выбегай, давай, все, полетела. Сюда. Вот так, прекрасно. Эпа, опа, и последний, вот так остались, сейчас главное как-то выбраться отсюда. Эпа, вот так, нет, все тонет. Горит голем. Все, вот так, все готово. Катя, иду к тебе, лови меня. Все, голем горит? Горит. Горит. Да, печально, конечно, это смотреть, но все же, он только что умер. Да отстань ты, коцлявый, от меня. Вот смотри, он только что умер, и с него выпало... Четыре железа. Давай мы сейчас посмотрим. Еще, наверное, должен заспавниться один голем. Я не знаю, сколько времени на это уходит. Надеюсь, то, что они здесь спавниться не будут. И да, эта дыра нужна для того, чтобы они не спавнились здесь. То есть с помощью вот этой дыры они будут спавниться именно наверху. Вот, вот, один упал. Вот, один, еще один как падает. Как это работает-то, я не понимаю. Автоматическая, бесконечная ферма голем. Ферма железа, да. Жалко, големчик. Еще 8 выпало. И цветочек. Это цветочек, Катя, тебе. Нет, это цветочек во имя голема. Зато ферма рабочая. Через 2 серии у нас здесь будет 100 стаков железа.
Нет, это, конечно, ты молодец. Ты, конечно, тут еще дизайнер, инженер, строитель. Да, да, да. Грустно, грустно. Грустно, но зато работает. Да ты молодец, мы уже все это поняли. Ну грустно,